Всем привет! Меня зовут Ярославна Громакина. Почему я хочу стать волонтером Бирюсы? Действительно, для чего тратить свое время на каких-то сторонних людей? Что за фанатики этим занимаются? Где берут они на это силы и какая от этого польза? Первая причина – для удовольствия. Любое волонтерство – это классное общение. В каком бы городе ты ни был, тебе запоминаются не достопримечательности и пейзажи, а люди. Территория инициативной молодежи Бирюса – это идеальный способ найти новых друзей. Волонтерство – это хобби, которое не требует от вас огромных финансов, особых талантов и навыков. Главное – найти направление по душе. Вторая причина – это для пользы дела. Я хочу помочь в реализации такого волонтерского корпуса, как Бирюса. Это престижно и модно. Что особенного я умею делать, чтобы стать эффективным волонтером форума? Я творческая личность, состою в музыкальной группе «Союзницы», с помощью которой мы продвигаем имидж профсоюза. Я председатель молодежного совета объединения организаций профсоюзов Республики Бурятия и могу поделиться своими знаниями по организации и проведению спортивных, культурно-массовых мероприятий, творческих конкурсов. А могу поделиться знаниями в плане настройки таргетированной рекламы, продвижения личного бренда, ведения групп в социальных сетях. Помимо всего прочего, я врач и могу дать интересные знания в области медицины. Сейчас особенно актуальна тема коронавирусной инфекции. Бирюса, я хочу стать твоим волонтером.